Руслан, с дебютом тебя. Расскажи, было ли волнение перед матчем, когда вышел на поле? Спасибо большое. Ну, присутствовал сначала, но в итоге уже в раздевалке перед игрой успокоился, прогнал все мысли, вот, и уже готов был играть на 100%. Сложный получился матч для тебя и для команды? Да, довольно-таки тяжелый, потому что и команда противников хорошо действовала в обороне, все компактно и надежно играли они в обороне. Вот впереди равный Шумородов, игрок Ромы, вот, и тяжело контратаки. Поэтому довольно-таки такая напряженная игра была. Два матча закончились со счетом 0-0, по счету одинаковые, но по содержанию разные получились матчи, на твой взгляд? Я думаю, сейчас сложно что-то сказать, надо посмотреть, разобрать игру уже с тренерским штабом. Вот, самое главное, чтобы выполнили установку, потому что в этих играх надо наигрывать как бы какие-то связки, какие-то новые комбинации. Вот, я думаю, это главное будет. Как тебе атмосфера сегодня на стадионе? Да и как и в Таджикистане, все супер. Почти полный стадион собирается, учитывая сейчас, что у нас тяжело собрать полный стадион. Всегда приятно играть, особенно когда приходят русские болельщики, наши соотечественники. Вот, всегда рады их видеть. Наверняка была мечта у тебя дебютировать за сборную. Сейчас какие чувства? Да, конечно, с самого детства. Я думаю, все ребята в России мечтают играть за сборную. Счастлив. Думаю, сейчас позвоню родителям, всем своим близким, моей семье. Обсудим это. Еще по решению главного тренера, ты сегодня лучший игрок нашей команды. Спасибо большое. И поздравляем тебя. Спасибо. Дальше. Спасибо тебе тоже.